Мерседес. Видно, да? Да. Я строю бизнес с компанией LN International на e-business. И хочу позвать тебя в свою команду. В нашем бизнесе есть 3 главных шага. Купил в 10 раз дороже, не нашел лоха, кому перепродать, сожрал сам. И так каждый месяц. И уже через год, ты на 60% будешь состоять не из воды, а из порошков для похудения. Мам, я занята, я бизнес строю. Я не пойду работать на дядю, я строю свой бизнес. В нашей компании одни плюсы. Если у вас есть навязчивый друг, который вам надоел, просто предложите ему партнерство в компании с LN International. Все, друга у вас больше нет. И главное, хочешь такой же Мерседес? Самое сложное для меня было это выбрать цвет машины. Ты что здесь делаешь? Валим. Сейчас найдем другой Мерседес, переснимем. Дай полтинник на автобус. Да, города подбросишь. Багажник пустой. Помоги погрузить человечка. Да, города подбросишь. Садись. Ашан, Армен, Ахмед. Джамал, Арсен, Карим. Тыхтенбек, Армен, Никита. Заходим. А до города подвезешь? Садись. Но только у меня денег нет. У меня песня. Мало половин, мало, мало. Многоуважаемая, не подкинете даму? Ну, садись. Откройте даме дверь. А куда едем-то? Ну только не назад. Садись. Подбрось. Класс, выходи за рулем. Едем. А вы кто? Едем. Нет. Попытка, не пытка. Девочки, если вы хотите, чтобы ваши волосы были густые и здоровые, пользуйтесь странной шампунькой. Я пользуюсь только ей и больше ничем, и мои волосы с каждым днем только лучше. Ну, блогер плохого не посоветует. А сегодня я расскажу вам, что же в моей косметичке. Тональники, бибишки, хайлайтеры, майлайтеры, туши, пуши. От целлюлита я использую жесткую щетку всего лишь за 2500 рублей. 300 рублей. Девочки, сходила сегодня в салон красоты. Чистка, пилинг. Посмотрите, какая посвежевшая кожа. Всем рекомендую, контактика ставлю. Хочу посоветовать вам доставку готовой еды, где всего лишь за 5000 вы получите полный рацион на весь день. 5 приемов пищи, 5 контейнеров. И все это за какие-то 5000. Двойная пепперони. Заказать. Ну все, дорогие подписчики, следующий мой эфир в субботу. До встречи! Мы специально заблудились в этом лесу, и сейчас я вам расскажу, что же делать в такой ситуации. Тем более, я здесь уже была, в этой ситуации я уже была. Чтобы узнать дорогу, можно просто спросить у дерева. Дерево, куда нам идти? Пошла в жопу. Это молодое дерево, давайте спросим у старого дерева. Старое дерево, куда нам идти? Наркоманы, проститутки. Это какие-то неправильные, если честно, деревья. Смотри. А это тиктокер Дикий. И сейчас он пойдет смотреть, что же он снял. Мы с вами видим, как тиктокер Дикий забыл нажать на запись. Придется переснимать. Мы пойдем на север. В направлении севера растет мох. Мы идем по мху. Это дорога. А это населенный пункт, но мох тут не растет. Мы вышли не туда. Блин. А вот сейчас и правда заблудились. Друг, так я не знаю, кто мне да это пошла, нравится. Ты понимаешь, ты себе да сама... Здесь ты, когда ты говоришь, Камиля, пойдем...
Вселенная любит скорость. Что вы на самом деле хотите? Сядьте и напишите на листке бумаги. И Вселенная начнет перестраиваться, чтобы ваше желание осуществилось. Не медлить, не гадайте и не сомневайтесь. Действуйте! Что-то ерунда какая-то. Ты что, не нормальный? Я тебе скажу, ты что себе позволяешь? Ты кто? Вести себя. Я решила начать вести Инстаграм, потому что люди должны знать правду. Я работаю депутатом, депутаршей, депутаткой, депутаторшей. У кого есть высшее образование, поправьте, у меня просто 9 классов незаконченных. И я расскажу вам, как же нам трудно. Вчера я получила взяток на 100 тысяч рублей. Нет, вы слышите? 100 тысяч. Всего лишь 100 тысяч рублей. И у меня просто вопрос к вам. У вас все в фирмах хорошо, что ли? Дебеты с кредитами у вас, что ли, сводятся? 100 тысяч. Даже коллегам стыдно рассказать, засмеют. Тяжело. Зато сегодня государство выделило наконец-то деньги на асфальт для всего нашего города. Поэтому сегодня на работе нам было чем заняться, мы, собственно, пилили эти средства между собой. Но, конечно же, мы думаем о нашем народе. Ну не звери же мы какие-то. На ямочный ремонт денег достаточно. Ждем дождя, чтобы начать класть асфальт. Как будто русский язык знаю, что слово класть. Ложить асфальт, конечно, ложить. Ваш город в надежных руках. Девочки, всем привет! С вами снова я, тренер-хренер, коуч-поуч Анфиса. И сегодня мы поговорим с вами про уход за волосами. Тут все просто. Длинные волосы – это всегда много проблем. А нам с вами проблемы не нужны. Шампунь, девочки, убираем. И моем с вами голову только хозяйственным мылом. 3 раза в день. И вуаля! Через 2 недели волосы начинают очень активно выпадать. А меньше волос – это меньше проблем. А через какое-то время вы вообще станете беспроблемные. Для головы хозяйственное мыло. Я уже помыла. Следующее. Кондиционер. Кондиционер, говорю, включите, лето, жарко. Ну и, конечно же, масло. Но так как кончики у нас разной длины, мы просто берем все волосы и макаем прямо в масло. Подсолнечное, смазочное, автомобильное, все равно, жир да жир. Ну и напоследок, девочки, народная жиза. Пока вы все силы отдаете, чтобы отрастить свои 3 волосины, где-то в мире девушка с шикарными, беспроблемными, длинными волосами стрижется под каре.